Йо, гей, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием Вольфенштейн. Мы, короче, получили кристалл, получили вторую способность остановку времени. Теперь мы можем исследовать в городе те места, которые у нас были закрыты, которые именно были подсвечены синей такой аурой. Скорее всего, просто синие сгустки там, где находятся. Это для пополнения как раз нашей вот способности. Вот, как раз здесь мы пополняем способность. Так, готово. Здесь, короче, да, можно пополнять. Есть, так сказать, источники у нас энергии. Тихо. Кто ты, черт возьми? Погоди-ка, ты тот американец, о котором говорил Антон. Ты чуть по башке не получил. Понимаем. Давайте посмотрим, что тут да как. А, это типа... сокращение пути? Походу да. Ладно. Тогда давайте в эту дверь зайдем. Ты кто? И что здесь делаешь? Убирайся, или я убью тебя! Клянусь! Слушай. Я не хочу стрелять, но выстрелю! Уходи отсюда! Ладно. Так, мне данные дали. Так, контрабанда, Ахтунг, да? Ахтунг, по приказу генерала Цеты, все машины, выезжающие с места раскопок около Айзенштата, будут тщательно обыскиваться на предмет наличия контрабанды. Любой! У кого будут обнаружены краденые артефакты, будет немедленно казнен. Готово. Давай теперь город более тщательно изучим. Нам в дом еще нужно сходить. А, это просто место для сгустка. Так, а наверху на что было? Я не понимаю, зачем здесь столько места. Вон как работает. Под плитками такими находятся секретники. Ну, запомним. Тут расстрелы ведутся. Так, давайте в окно сначала влезем. Ага. И зачем мы сюда залезли? Здорово. Или вам плевать вообще, что есть тут?
Ладно. Так, а в Дое я место вот не помню, было у нас открыто или нет. Так, это для пополнялки от сгустки. А, подожди, тут же были места, куда можно было залезть. Так, был я тут, подожди. Нет, тебя не было. Тут-то я еще не был. Так, ладно. Окна, в которые можно залезть. Проулок. Нет, сюда нельзя заплыть. Или подлететь как-то. Черт. Оу, черт. Ладно, бежим, короче, в другую сторону. Почему он стал так медленно бегать? Мне кажется, или он действительно начал медленнее бегать? Кажется, да, чем нет. Походу, здесь еще как это будет способность. Ладно. Давайте забьем. Отличная работа в раскопе, Блашкович. Что же такое нацисты строят около церкви? Не знаю, но зря они туда... Сори, мне не интересно, мне нужно быстро поговорить, и отправляемся дальше. Удивительно, что ты еще жив. Взорвал что-нибудь интересное? Каролина, отряд столкнулся с сильным сопротивлением при продвижении к церкви. Отлично, Блашкович. Мы наблюдали за тем, как нацисты строят какое-то странное устройство в заброшенной церкви. Мы послали туда отряд бойцов, но им бы не помешала твоя помощь. Я отметила место на твоей карте. Будь осторожен. Добро. И это как раз место, скорее всего, там, где мне открыли проход, да? Да, вот по этой трассе, сюда, сюда, сюда. Но. Подожди, это здесь открытый проход? Ладно, не знаю, блин. Guten Tag. Главное не забыть, где мы уже с вами были, а где еще нет. Нельзя терять ни минуты, Блашкович. Иди за мной. Ты еще живой? Так все-таки будет еще у меня 4 способности, скорее всего, чтобы... Отлично! Иди за мной, церковь там! Прилепить Джей Блашкович! Спасибо, что спасли мне жизнь. Не за что, подожди. Побежал он. Побежал он быстренько. Мне еще в черный рынок нужно будет зайти. Прикройте меня! Обеспечьте нашу поддержку! Граната! Атаку! Гранатен! А, это ты? Пошли, пошли, пошли! Слушай, мы бы могли с тобой пойти, блин. Найди укрытие! Неудобная стрельба здесь. Укрытие, быстро!
Да стойте, покажи голову. Мошка. Вау. Подожди, подожди. Не останавливаться! Пивоварня, ну блин, она еще закрыта для меня. Я думал, они хотят меня посадить. Блять, я говорю, тут туда можно залететь. Мне нужно. Короче, еще рано исследовать именно так город. Но что не рано, это черный рынок. Мне нужен черный рынок. А, давайте я по-быстрому сейчас черный рынок сгоняю. Закуплюсь всем необходимым. Вернулся? Да. Здорово. Как чё? Нужны припасы? Да, поехали. А, давай... Ну, на автомат я не уверен. Крупный калибр. Модифицирует стволы и спусковые механизмы, позволяет заряду более тяжелой пули с большим зарядом, что значительно увеличит поражающую систему. Установка комплекс. Так, это у меня 2500. У меня тогда еще останется 3000. Основной блин. Угу. Амперский прицел. О! Гранат. 2 МП. Магазин стандартного карабинера, магазин комплект барабаны, боеприпасы позволяют всегда вы. Не, давайте, наверное, сначала свои эти улучшу. Да, да, все. То, что у меня теперь прицел есть, это круто. Я хочу на это посмотреть. Вау. Так сказать, улучшил, да улучшил. Что, погнали? Что ты прячешься? Я понял, мне туда бежать. Значит, мы в дом зайдем. Нажмите F. А-а-а. Понятно, почему F. Золотишко. Ну, я могу так резко просто вламываться. Я понял, мне туда надо. И ходил сегодня в госпиталь к Дитеру. Его не было в палате. Ты не нашла о нем ни одной записи. Это дело рук нацистов. Они захватили это место. Mein Gott, что? Ребята, а вы кто? Что они с ним сделали? Тебе здесь не место. Уходи. Без проблем. Сейчас я поговорю с этим или куда он мне? Не, давай, я понял, мне туда, значит, мы сюда спускаемся. Тихо. Молот. Что происходит?
Я исследую эту местность. Так, подожди, это типа я... Открывай до прохода, да? Черный мур... А, не закрывается. Ну ладно. Мне кажется, все, что мне нужно, я сделал. Так, побежали тогда быстренько наверх. Нет, на этом серия не закончится, как та, вторая. А я все-таки сделаю ее... полноценно, только, блин, будет очень долго все это. Ну ладно, неважно. Поехали. Давай, исторический центр, Восток. Подожди, может, это еще будет одна огромная карта? Тогда мы эту карту... Иди же, посади же. Манать! Народ, забейте. Забейте, мы изучаем город. Да это наш Янки. Извини за беспорядок. Я, мы как раз занимались заключением сделки, когда этот нацист прервал нас. Что мы будем делать с телом? Оставим в покое. В последнее время тела в Айзенштадте сами куда-то деваются. Это вот плохая новость для меня сейчас. Ну смотрите, карта Громяна, блядь, свободный мир. Ну, частично, да? А, ну это считается одним целым, видите? То есть... Укрытие, быстро! Все вперед! Ищи укрытие! Мы победим! Нужно активировать крючко! Ложись! А, мужик, давай, справляйся, я пока собираю тут дроп. Я тут застрял! И главное, не умри. Отступаем, сейчас же! Главное, чтобы ты не умер, приятель. Если он умрет, то будет плохо. Так. Чертеж. А, вот, короче, чертежи тоже некоторые для улучшения объектов. Не попади под перекрестный огонь! Не попаду. Это ты, главное, не попади, пока я золото собираю для прокачки. Так, слушайте, а вот это вот опасно на самом деле. Откуда по мне палят? Продолжать стрельбу! Укрытие! Осторожно! Подожди! Куда я иду? Где я вообще? Что происходит? А, я сейчас только что перешел в это. Сука, ну ладно.
Ай-яй-яй. Я понял, что это за дверь. Это как раз где была закрыта, чтобы мы сюда не попали после выполнения такой миссии. Это шпион! Серьезно, с самого заново? Я сам виноват на самом деле в этом. Я сам виноват в этом. Ой, бля, идите в сраку. Вот как я ему в лицо попал? Сюда! Да, да, да. Меня загнали в угол. Осторожно! Хорош, прямо в машину, хорош. Нахер эту машину. Нахер тебя, да? Я думал, его взрывом убьет. Теперь я без напарника, так ведь? Так, мне по идее вниз. Значит, я сейчас в это здание зайду. Так, подствольник гранат. Не знаю, почему не берется или что это? Для чего это? Но не берется. Я без теперь без твоего друга, да? Тусить тут буду. Это вообще классно. А сейф уже взломат. Так, это на наружу. Это выход сюда. Так, ну мне, в принципе, сюда надо. В церковь. Хорошо, что ты здесь, Биджей. Мы нужны у церкви. Ну, в церковь мы... О, купи все необходимое у торговца на черном рынке. Когда будешь готов идти, подойди ко мне. Что-нибудь интересует? Да, посмотрим, что у тебя есть. У меня как раз 2000. Блин, нам осталось немного купить. Блин, на этот автомат я не буду покупать. Да. Разрывные осколки, да, возьму. Готов? Надо спешить. До церкви путь не близкий. Давай тогда мы в церковь попозже сходим. Что это такое? Что это за магия огня тут происходит? Так, где я сейчас? А, это... Здравствуйте, агент Блажкович. Я очень волнуюсь. Мы послали двух членов Золотого Рассвета выяснить, что творится на ферме, на которой обосновались нацисты. Их нет уже 2 дня. Что ж могло случиться на ферме? Если увидите или услышите хоть что-нибудь о моих друзьях, сообщите доктору Александрову.
Добро. А, подожди, мы с вами что видели? А, значок задания. Сука. Приветствую вас, агент Блажкович. С твоей Добро стороны пожаловать было очень в безрассудно смерть. Давать кристалл Нахдзона незнакомому американцу. Я это прекрасно явление. Понимаю. Но мне наш кажется, что он наша единственная надежда. Ладно. Ты еще молод, что с тебя взять? А я мог бы предположить, что ты так поступишь. Здравствуйте. А, агент Блажкович, да, с возвращением. Благодаря вашему подвигу на раскопках нацисты остались без кристаллов или медальона. Что же касается найденной вами реликвии, то она представляет собой некие врата. Но я не представляю, куда они ведут. Я попросил Павла выяснить это. О, кстати, краденые кристаллы встречаются на черном рынке. С их помощью можно увеличить силу медальона. Спасибо. Итак, вы агент Блажкович. Я Леонид Александров, глава Золотого Рассвета. Времени у нас мало, поэтому слушайте внимательно. Мы приехали в Айзенштадт, потому что нацисты нашли здесь кристаллы Нахдзоны. Они связались с силой природы, которой не понимают. Вы отказались отдать нам тулийский медальон, но сейчас разговор не об этом. Я вижу, что вы опытный боец, и хотел бы попросить вас о помощи. Недавно отряд наших братьев отправился на разведку. С тех пор они ни разу не выходили на связь, но моему агенту удалось узнать, что с ними произошло. Найдите его в пивной Вороново гнездо. Я отметил ее на вашей карте. Отправляйтесь туда прямо сейчас, агент Блажкович. И никому не говорите о наших делах, даже союзникам. Сергей уверен, что выжил только благодаря американцу, который нашел тулийский медальон. Этому американцу он и отдал кристалл. Итак, сила тени в руках Янки. Это плохо. Мы ничего не можем сделать. Пока. Схуяли, а ну-ка, объяснись. Рад с вами познакомиться, агент Блажкович. Я Павел Черных, библиотекарь Золотого Рассвета. Сергей говорил, что вы видели в тени каких-то существ, но там же не может быть ничего живого. Я изучаю этот вопрос. Если что-то узнаю, сообщу вам. Добро. Так, слушайте, ну, блин, у нас получится теперь несколько заданий. В пивную церковь. Я бы за то, чтобы сейчас в пивную отправиться. Ну, блин, знаете, сейчас такой... Да прибудет с вами удача. Фиг знает, куда идти, вот честно. Я вообще такой, чтобы сейчас просто всю карту изучить здесь. Здесь что? Да и все. Я думаю, я так и поступлю. Блин, у нас такие огромные куски карты. Ага, хорошо. На эту часть карты еще рано идти. Давайте сюда. В чем прикол? Все, я понял, в чем прикол. Прикол в том, чтобы залезть сюда. Патроны прячутся. Так, данные, давайте смотреть. Документы от раскопок. Так. Что тут у нас? Пойдем наверх, хорошо. Пойдем наверх, и тут большой промежуток проходов. Давайте наверх сначала. Да, мы с вами идем. Интересно. Интересно. Так, золото нашли.
Золотишко мы с вами нашли. Так, теперь так спуститься надо, чтобы не грохнуть. Можно тут... Да, можно просто спрыгнуть. Слушайте, ну блин. Все-таки народ сорян, у нас будет такая серия обычных походушек сегодня. Это сейчас что было, блядь? Потому что, в принципе, время подошло к концу, и мы сделали все с вами, что необходимо. Но, я вот не знаю, можем пойти по сюжетной линии, либо пойти по побочной линии. Здесь уже, на самом деле, кусовщина идет такая. Давайте здесь я закуплюсь до конца, что я могу. Что-нибудь интересует? Да, черный рынок, сказали, я тебя могу улучшать способности. Тень, замедление, во. Так, оружие тени, оружие замедления. Так, улучшение, замедляющий кристалл. В желтом кристалле отчетливо видны концентрации круга. Так, концентрические круги. В сочетании со способностью замедления он позволяет критически остановить время. Практически остановить время. Кажется, свет приходит через этот кристалл несколько минут при применении замедления луча времени. Так, из кристалла уничтожает ближайших врагов, нихера себе. Так, давайте тень. Ух ты ж ё. Сведения подчёрные из древних фолиантов позволяет хранить в этих кристаллах энергию, что увеличит общий ее запас. Угу. Теневое зрение. Вы подчеркнули немало знаний в древней философии и можете с помощью кристалла видеть врагов через любые преграды. Более подобное изучение древних фолиантов открывает вам, что и эти кристаллы могут еще сильнее увеличить запас энергии. Вам удалось раскрыть великую тайну древней фолиантов и научиться с помощью увеличить скорость восполнения энергии. Бля, а у меня нету. У меня не мам. Ладно, тогда давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. В следующей серии я перейду в город, хотя я могу и так перейти сейчас. Блин, ну херня в том, что мне нужно сейчас тогда искать еще знак вопроса у нас есть в другом месте. Это выйди отсюда. Мы с вами его найдем, да? Был же у нас где-то еще знак вопроса. Где-то на карте был. Да, вот он есть. Пивоварня. Куратор операции. Ладненько, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.